В администрации Люберец прошло очередное заседание Совета депутатов. Народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов, среди которых внесение изменений в устав и генеральный план городского округа. Подробности в следующем материале. У нас сегодня плановое заседание Совета. Из 31 депутата присутствует 25. Какие будут предложения? Ответьте, кто за данное предложение, прошу проголосовать. В повестке 5 вопросов. В первую очередь народные избранники выслушали доклад о внесении изменений в устав городского округа Люберцы. Накануне по проекту решения Совета депутатов прошли публичные слушания. Публичные слушания комиссии по их приведению признаны состоявшимися. Учитывая изложенное, нам необходимо привести устав городского округа Люберцы в строгое соответствие действующему законодательству. Изменения внесли не только в устав, но и в генеральный план городского округа. Они коснулись населенного пункта города Люберцы, а именно территории между улицами Комсомольская, Красноармейская, Московская и Колораж. Функциональные зоны – зона многоквартирными жилыми домами. Проект одобрен Градостроительным советом Московской области 29 мая текущего года. Рассматриваем территория – это 10,3 гектара. Планируемый жилой фонд – 120 тысяч квадратных метров. Прирост населения составит 4300 человек. На своей территории предусматривается дошкольное отделение – 280 мест и общеобразовательное учреждение 600 мест включительно. Также будет амбулаторно-поликлиническое учреждение на 77 посещений смен. Также застройщик входит участие в мероприятии по расселению аварийного дома города Люберцы, улица Калинина, дом 16. Расселение составит 2500 квадратных метров. Внесение изменений в устав и генеральный план городского округа люберецкие депутаты поддержали единогласно. Также они рассмотрели вопросы касаемо земельного налога и размера оплаты за пользование жилым помещением. Луиза Игиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.